Всем привет. Меня зовут Иван Смирнов, его тоже Иван Смирнов, а этого Смирнов Миша, по-моему. Вот он празднует сегодня Рождество до сих пор. Всех с праздником. Ну и приятного вечера. Мы будем стараться. Он мне не дает говорить ничего. Да. И может какие-то новые вещи будут, но они мне не разрешают их играть, потому что говорят, это вообще не наш формат, не наша музыка, а у них свои проекты, может быть, они что-то свое сыграют. Ну или спровоцируют меня и так далее. Здравствуйте, сынок. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
нас три вани. Редкий случай. Это спят эти другие. Там еще два вани есть. Ну, маленькие. Вот. Два дурака и рисовая каша. Thank you.
Миша, Ваня. Давайте мы, как вы знаете, напоследок сыграем, такая-то шутка такая, экспромт. Совершенно дурацкая и напоминает какой-то мультфильм про Ёлика и Борика. Знаете, такой собачка такая, она так все время свистела. А Борик это же знаешь. Ёлик. Ну чё? Надеюсь, увидимся. Кстати говоря, компания «Орбита», она выпустила вот мой такой уже лицензионный диск, вот концертный, он продается там. А у меня есть первая пластинка, которая там не продается. «Карусели» где называется? Да. Если у кого нет, рекомендую. Да, дешево стоит. Потом, да. Купить ее невозможно. Я надеюсь, что кто-нибудь. Тогда вот нужно подойти сюда и Ваню попросить. Ладно, очень были рады, что вы пришли вот в таком количестве, потому что сейчас уже праздники заканчиваются. Всех с Рождеством еще раз. Дай Бог, чтобы, так сказать, все было хорошо со всеми. Ну, лучше, наверное,